уверен, что Атлетико выиграет. И я думаю, они видели игру Марселя в Австрии, как его там загнали за Можай. И Атлетико давно уже живет в режиме подготовки к этому конкретному матчу, потому что это последний турнир, который у них остался, который надо выиграть. Атлетико выиграет. Я в это верю, потому что я этой команде симпатизирую, но по одной единственной причине, потому что их тренирует Диего Пабло Симеоне, которого я надеюсь все-таки увидеть в миланском Интере когда-нибудь. Но Симеоне, я надеюсь, что выиграет эту Лигу Европы. Конечно, Атлетико оказался в Лиге Европы случайно. Но, с другой стороны, виноват, с Карабахом-то, ну, все-таки, если на что-то претендуешь, надо победу, при всем уважении к Карабаху. Я удивлен, что Марсель до этой стадии дошел. Он должен был Зальцбургу проигрывать, и раньше еще должен был проигрывать. Но, опять же, финал из одного матча. Это дает преимущество всегда команде, которая вот на мотивации, на каких-то, на настрое, на, может быть, дополнительных физических каких-то кондициях, которые к одному матчу можно еще так немножко подогнать, пусть и в конце сезона. Поэтому, опять же, нужно быть осторожным. Хотя, опять же, по игре, ну, Атлетико просто на голову выше. Это, так, если они сыграют до 10 побед, там, то будет 10-2, там, 10-1 счет. Просто команды разного уровня.